Будет определена лучшая разработка на блокчейне. Европейская комиссия объявила конкурс проектов, разработанных на основе технологии блокчейн – Blockchain for Social Good. У разработчиков будет возможность предложить инновационные социальные механизмы и решения, работающие на благо общества. Подаваемые проекты должны обладать такими характеристиками, как децентрализованность, прозрачность, полезность и масштабируемость. А лучшим будет определен тот, который имеет наибольшее социальное значение. Призовой фонд конкурса – 5 миллионов евро.